Привет, друзья! Вы на канале Макс Джуниор. Мы тут играем в котов дворовые разборки. Да, все еще находимся в пригороде, у нас тут немного еще осталось, и наконец-то должны перейти скоро в город. Но на пути боссы, нужно с ними разбираться. Мальчики мои, просыпайтесь, настал новый день. Дэйв, ты отдохнул, маленький мой? Так, нам не хватает котиков, нужно создать. Не хватает душ, нужно добыть еще. Награды, 50 медалек, очень пригодятся, да, парни? Что там в ежедневных заданиях? Нужно вырубить кота 16-20 уровня, 3 штуки. Улучшить один навык и собрать 80 душ. Ну что, котяра, задача принята, мы все сделаем. Да, парни, давайте сперва отомстим этому нахалу. Он посмел забраться к нам и забрать несколько ребёшек. Это наши были ребёшки. Молодец, Майкл. Ах ты, котик в полосаточке, ведёт себя плохо, Лукас, ты знаешь, что с такими делать. О, уже 14 черепов. Их нужно 30, и тогда босс будет открыт. Так, что это тут? Ой, ты плохо себя ведешь, Стив. Молодец, Стив, разобрался с ним, еще и ключик нашел. Дэйв, для тебя он слишком сильноват. А вот рыбку, рыбка тоже для тебя слишком тяжеловата. Можешь эту забрать. Молодец, забрал. Все, парни, все справились, все молодцы, горжусь вами. Ну что, парни, это был всего лишь первый бой. Отдыхать не будем, какое там отдыхать? Смотрите, нужно отомстить. Он нашего Стива вырубил. Вот негодяи, а тут, что это у тебя там? Нимб на голове. Притворился правильным котиком, а ведет себя как нахал какой-то. Майкл, разберись с этим. Что такое? Не вырубил? И спрятался от нас. Получил по щам, да? Забирай. Вот и все забрали. Мы уходим от тебя на следующую часть двора. Еще один невоспитанный котик, Лукас. Да, у нас есть на тебя управа. Молодцы, парни, получили свою дольку опыта. Молодцы, парни, хорошо работаем. Что у нас по заданиям? О, собраны души. Осталось 2 котика. И по-прежнему улучшить навык. Но это самое простое. Эй, уже вернулись? На этот раз вы раньше, чем обычно. Ой, тапочки. Дэйв, сейчас мы наденем на тебя тапочки. Классные, правда? Ну что? У всех есть очки? Эй, не у всех. Стив, нужно добыть тебе крутые очки. Все, котяра, не задерживай нас. Парни рвутся в бой, не нужно их сдерживать. Вот отомстим этому двору, они вырубили нашего Стива. Дэйв, забирай рыбку. Молодец. Ай, котик проснулся, что ты хочешь? У нас для тебя есть Стив. Стив, давай, забирай этого котяру. Вот и череп к нам в коллекцию. Осталось 11 только собрать. Еще и ключики нашли. О, этот котенок нам по заданию. Майкл, клюшку в зубы и давай. Все. Осталось 10 черепов. Ну и сундучок, конечно же, забирайте, парни. Хорошая работа, хорошая вылазка. Ну что там по заданиям-то, а? Кажется, нужно еще одного котика. А котика мы найдем вот здесь, золотой пират. Ну что ж, Майкл, смотри, какой некультурный. Майкл, Лукас, парни, ну определитесь, Лукас молодец. Ай, не добил кота. Но покалечил. Дэйв, рыбу красивую забирай. Ключик не нашли. Придется еще рыбку забрать.
Стив, хватай ее. А вот и ключик нашелся. Эй, викинг, ты что тут спишь, что ли? Не спи, замерзнешь. Да, коробочку забираем. Молодцы, парни, хорошая вылазка. Очередная хорошая вылазка. Ну что же, о, а эти соседи вырубили нашего Лукаса. Нужно отомстить. Эй, еще один викинг. Нужно с ним разобраться. Дэйв, забери пока рыбку. Майкл, пришло время отомстить этому нахальному котяре. И вот тебе клюшка в зубы. Ай, готовенький котик. Ого, два черепа с него упало. Это как так? Он что, двухголовый какой-то котик? Какой-то котик Горыныч, что ли? Стив, смотри, какой сундучок. Для тебя, наверное, положили. Да, точно. Эй, маленький какой котеночек, Лукас, для тебя подарочек. А ты свой подарочек быстро развернул. Хе-хе-хе. Хорошо справились, парни. Хвалю, очередной раз хвалю. Осталось только улучшить навык. Эй, не забывайте заглядывать в Адаворд, да? Тут, кстати, котик уже готовенький. Сейчас мы улучшим ему навыки, станет большой и сильный. Вот такой сильный, нападение на максимум. Ну, не совсем на максимум. О, можно тебя приодеть. Не зря. Здесь это маечка. А вот и ежедневные задания выполнены. Награда. Ой, она пригодится нам. Ой, давайте запросим еще одно ежедневное задание. Пришлось потратить немного медалей, но оно того стоит. Нужно улучшить навык вырубить вражеских котов 7 штук и совершить кражу рыбы 9 штук. Все-все, котяра, меньше слов, больше дела. Котики готовы выполнить еще одно задание? Я думаю, готовы. Дайте-ка сам взгляну на прайс-лист. Ага, рыбка, котики, ага, и навыки. Ну, навыки ты с котярой разберешься. Все понятно, обойдемте, парни. Ой, сколько рыбы, прямо собирай, не собирай. Стив, у него очень красивые рожки, но уровень маленький, забирай его. А вот этот будет посильнее. А, и не повоспитаннее еще, Майкл, для тебя, работенка. Ай, пришлось купить немножечко клюшек. Прямо в дороге. Зато невоспитанный котик уже... ну, спит долгим сном. Так, парни, тут рыбка лежит. Никому не нужна, наверное, нам нужна. Нам нужнее всего. Забирайте, парни. Дэйв, эта рыбка для тебя. Да, потом ее скушаешь. Не стесняйтесь, парни. Рыбки мало не бывает, сами знаете. А вот и все, молодцы, котики. Вы же не думаете расслабляться, парни. Нам нужно еще 4 черепа найти. И сразиться с боссом, конечно же. Парни, рыбку забирай. Молодцы. О, какой котик с моноклем. Я думал, серьезный котик нашелся. Нет, невоспитанный еще какой. Майкл, для тебя, наверное, котик. Умница, Майкл, и ключики 2 черепа нашел. И опять в одном котенке целых 2 черепа. Что это такое? Что за мутанты такие? Парни, рыбку забираем, молодцы. А, 2 ключика найдены. Что делаете, котики? А, плохо себя ведете. Так мы знаем, что с вами делать. Стив, как это так? Не вырубил котика. Лукас, давай с этим разберись. Готовенький, опять 2 черепа. Молодцы, прямо хорошие котики такие попались. Новый уровень, вот это неожиданно. Ну а если вам нравится с нами играть, то подписывайтесь на канал. Еще украли не всю рыбку и не всех котов вырубили. Котики мои, вы вернулись, чтобы улучшить навыки, а я вам с этим помогу. Дэйв, давай мы тебе что-нибудь улучшим, но не хватает звездочек. Нужно найти больше звездочек. Хорошо, котяра, попробуем собрать для тебя больше ресурсов. Что ты там говорил, звездочки, да?
Ну и души тебе нужны. А, и у нас тут босс нарисовался. Парни все собрались, все готовые. Эрик, как самый младший, пойдешь первым. Ай, только больше получил, чем ударил. Дэйв, покажи Стиву, как надо. Ай, да, как надо улетать, вот что ты ему показал. Стив, ну ты-то покажешь, да? Ну, неплохо, пойдет, молодец. Лука, сделай красиво. О, ты правда красиво сделал. Майкл, мальчик мой, сосредоточься, не торопись. Да, ты молодец, молодец, Майкл. Ай, люблю тебя, Майкл. Хорошо поработали. Ой, сундучок босса открылся сразу, а вот тебе и звезды. Эй, билетик, кстати, тоже пригодится. Поднимаемся в рейтинге. Люблю этот момент. Мы все еще в пригороде. Не так много осталось здесь куковать. Так, про ежедневные квесты забывать не будем, да? Ай, сразу к соседям пойдем. Че нам отдыхать после босса? Правильно, парни, давай, Майкл, сделай красиво. Мы же все-таки переехали, правильно? Нужно узнать, что здесь за соседи такие. Соседи с большим набором рыбки, которую мы заберем. Эрик, молодец, рыбку забрал. Так что там на следующей части двора. Ого, какой котик, ты чё такой серьезный, а? Язык нам показал. Так, ну рисковать не будем, не хочется его атаковать. Давай, Лукас, молодец, сбежал. Он тебя и достать не успел. Хоть и такой сильный, но такой медленный. Стив, забирай рыбку, да и пошли отсюда. Нечего тут больше делать. Он на тебя даже не отреагировал. Какой нахал. Я смотрю, для этого босса нужны другие черепа. Такие в перьях. Чё, индейцев нужно найти, что ли? Жуть какая. Так, соседи не дремлют, и мы не будем. И сразу попадаем на не очень воспитанного котика. Майкл, сделай его. Молодец. Готовый котик. А у этого котика перья на голове. Лукас, а ну-ка, нам эти черепа и нужны. А вот и готово. Молодцы, парни. Стив, Дэйв, парни, тут рыбка лежит. Нужно ее забрать. Зачем ей тут оставаться, правильно говорю, да? Эрик, рыбку забирай. Два ключа найдены. Давайте посмотрим, что там дальше. Ай. Чудо в перьях. Стив, забирай это чудо. Все готово. Уходим отсюда, парни. Вы хорошо постарались. Ой, горжусь вами, вас так много теперь. Так вот, коты-индейцы, вот кого нужно нейтрализовать. Так, два задания выполнены. Отлично. Парни, молодец, разобрались с боссом. И нашли много ресурсов. Нужно улучшить кому-нибудь навык. Сейчас мы вот этого новенькому котику и улучшим навыки. Гарри, вот тебе защита, наслаждайся. Будешь крепенький у нас, котеночек. И приоденем мы тебя сразу же, конечно же. Вот и все. Так, муху проглоти, не выпускай ее. Она тут жужжит и мне мешает. Задание выполнено, давайте получим награду. Ой, пригодится, да? Парни, у нас еще осталась энергия, можем потратить ее с пользой. Соседи, вы же ждете нас, да? О, индейцы. Эй, котики, вы что, спите, что ли? Во-во-во, только не просыпайтесь все разом, я как будто в курятник попал. Майкл, разберись с этой цепой. Невероятно, даже два ключа нашлось. Но мы разберемся с этим чудом в перьях. Лукас, вот тебе клюшка для этой цели. А цель достигнута. Молодцы. А тут что у нас? А тут рыбка и какой-то обкормленный котик. Что у тебя странное с носом какое-то? Да, лучше не стоит на него нападать, пока подождем, да? Забирайте эту красивую коробочку. Звезды нам пригодятся.
Эрик, даже не думай на него нападать, парни. Ну вы что, серьезно, что ли? Давайте закончим. Да, спасибо. Вот молодняк действительно решил напасть на взрослого кота. А вы мне это так не шутите, ладно? Майкл, сделай красиво, покажи, как нужно. А вот еще один котик, такой маленький, но такой невоспитанный Лукас. Одним пальчиком мог его ударить. Давайте перейдем, что тут у нас есть. А вот еще одно чудо в перьях. Эрик, Гарри. Эрик, да, ты хотел с ним разобраться, вот разберись. Эй, а у тебя что на глазах чудо? Очки такие. В форме сердечек. Я знаю, кому эти очки понравятся. Молодец, Дэйв. Мог и очки, конечно, прихватить. Так, сундучок забирай, звездочки, нам нужны и важная штука. Гарри, только ты без дела остался. Ну ладно, хватай какую-нибудь рыбку и пошли отсюда. Молодцы, парни, все хорошо поработали. А на этом все, друзья. Спасибо, что играли вместе со мной сегодня. Босс был довольно слабенький, но котики наши еще не совсем прокачаны. Нужно прокачивать котиков. Подписывайтесь на канал, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо всем и пока.